За 19 лет «Елка на пульсе» стала одним из самых ярких и ожидаемых предновогодних представлений, на котором традиционно царит атмосфера волшебного праздника. Вот и на этот раз азовчане самых разных возрастов от всей души повеселились вокруг нарядной красавицы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята, все готовы танцевать с Дедушкой Морозом? Не слышу? Отлично, дедушка, ты готов? Я думаю, этот танец знают многие. Снегурка. Этот танец знают все. Поддержали. Многие дети пришли на праздник в карнавальных костюмах. Снеговик, медвежонок, лисички-сестрички, звездочет и даже символы наступающего года – три поросенка. А Дед Мороз и Снегурочка подготовили для сказочных персонажей очень много подарков. От сладких угощений до настольных игр и предметов для учебы и творчества. Какая лишка? Ну-ка, держи. Держи. И спускайся, красавица. С Новым годом. Так, а вот пиратик у нас, смотрю. Так, хорошо. А вот Дед Мороз. Подожди, смотри. подожди. А вот кто? Пират! Пират. Точно, пират. Так. По каким морям плавал? Лисичек надо наградить. Ага. Вот. Лисички, давайте, Лисички, подходите. Держи. А еще раз мороженое, подождите. Давайте лисичек аплодисментами проводим. Ну-ка. Аплодисменты. Трюшечка. Вот. Символ и наступающего. Кружечка и кружечка для мамы. Правильно. Вот. Подобщие аплодисменты. Чебурашка с мамой пускают. Да? Красивые подарки, хорошие. Ну вот у нас такие подарки. Динозавр. И у нас динозаврик. Вот такие зверюшки и... И вот у нас остались три финалиста. Да, это упаковка такая. Ну, пластилин лепить, как раз для развития детям. Итак, Настенька, что тебе больше всего здесь понравилось? Мне больше понравилось, как бы, костюм Деда Мороза и костюм Снегурочки. Это просто красиво. Как они еще... Красиво. Что понравилось, то, что дарят подарки. Это самое главное. Веселились не только дети, но и их родители, для которых Дед Мороз со Снегурочкой подготовили новогодние викторины и забавные конкурсы. Давай, давай! Посильнее, посильнее! Так, а ну-ка проверяем. Мне понравилось, правильно, когда мне подарили подарки. А какие подарки? Мандарины и мороженое и гематоген. А ты который раз принимаешь участие? Первый. И уже с подарками. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, Дед Мороз. Спасибо всему пульсу, что он сделал такой подарок. Да. О, давай. Как тебя зовут? Волшебница. Спасибо Деду Морозу за подарок. И спасибо всем, кто сделал этот праздник. Вместе с медиахолдингом «Пульс» волшебный праздник для азовчан организовали генеральные спонсоры. Сеть аптек «Социальная аптека», лаборатория «Инвитро», магазин-склад «Светофор», сеть магазинов канцелярских товаров «Парта», магазин «Матрешка», компания «Актив Деньги», сеть магазинов детской одежды «Ника», спонсоры, сеть магазинов «Сказка», фирма «Проксима». Уважаемые клиенты, поздравляем вас с Новым годом! Пусть наступающий год подарит всем вам радость, хорошие вести, плодотворные идеи, радостные моменты. Надеемся, что Новый год принесет нам с вами еще более крепкие деловые отношения, а мы постараемся и впредь радовать вас своей работой. За время нашего с вами сотрудничества вы стали нам больше, чем клиентами, вы стали нам друзьями. И самое главное – профилактика – основа крепкого здоровья и долголетия.
Ждем вас в нашем медицинском офисе по адресу: город Азов, улица Ленина, 81. С праздником вас! Мы искренне старались быть вам полезными, поэтому надеемся радовать вас и впредь. Спасибо, что выбрали нас. Искренне ваша парта. Дорогие друзья, социальная аптека поздравляет вас с наступающим Новым годом. Этот замечательный праздник объединяет нас, наполняет хорошим настроением и предчувствием волшебства. Провожая уходящий год, мы вспоминаем его яркие моменты. Стараемся оставить в прошлом трудности и проблемы. Надеемся на добрые перемены в будущем. Пусть так и будет. Пусть в ваших домах всегда царят радость, уют и благополучие. Пусть любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успеха во всех начинаниях. С праздником! Будьте здоровы! Уже ходим третий год. Это уже как в традиции. Подходит папа, какой пульс, когда елочка, когда это. То есть уже приходится даже от работы отлучаться, чтобы прийти сюда. Детворе интересно, все подготавливаются. Как бы жене тоже. Интересно. Спасибо, да, большое, очень интересный праздник, готовимся, костюмы каждый год. Начали с маленьких, вот уже полные костюмы подготовили. Спасибо вам большое, спонсорам вашим спасибо за подарки, за все. Спасибо! Татьяна Иващенко, Валентина Сираж, Александр Истомин, Азов.Инфо.